Там хлеб. Жно. Вот. Что мы дальше можем сделать? Правильно, ничего, потому что у нас на балансе сначала 90 монет. Ну, это нам не мешает, поэтому мы отправляемся на РТП в поиске таких же... вот таких же дурачков в Кидстарте. Пока что тут никого не видно, но мы еще те искатели, поэтому постараемся кого-нибудь найти на РТП. Какой-то челик есть. Он сел на shift. Думаю я, что я его не увижу, а я его заметил, и забираю его кидстар тупо на изи. Дополнительная кидстарка. Что? Ладно. У меня есть хлебушек и также есть немножко железа. А из железа мы что можем сделать? Правильно, сейчас мы узнаем, что мы можем сделать. Приват. Видно. Все. Берем, делаем себе броню. Она вроде как посильнее должна быть. Но я в этом не уверен. Все, у нас готов железный сет брони. И мы уже можем идти разносить лица лохам. Только еще нам что нужно сделать? Правильно, меч. Но я его пока что не буду правильно использовать, потому что, по-моему, да, он меньше урона наносит, поэтому не хочу его использовать. А то, что нам не нужно, мы просто выкидываем, потому что мы кто? Мы кто? Ага, я уже нашел какой-то... Кидстартер. Ну, давай, прыгай. Ну... Ладно, если лекарства не идут кидстартера, значит Арса пойдет кидстартером. Что, читер? Суетол какой-то, суету навести хочет. Тычка, опа. Вообще легкая добыча. Там что-то у него интересное есть, но мне пока что надо тычку этому дать, чтобы КТ дать. Пожалуйста. Сейчас применим эти лайфхаки. Трум-трум, сливки шоу. Ага, тупой, что ли? Отдай свою кольчушку. Отдай, ну-ка. О, хорошо. Хорошо, соглашусь. Это было прям максимально эпично, красиво, но... Тебе просто не повезло. Поршни мы оставляем, всякие цветочки. И мы можем... Сейчас я покажу, что мы сможем сделать. Смотрите, смотрите, смотрите. Так вот, берем фермеру. Давай быстрее, быстрее, пожалуйста. Быстрее, фермер. Фермер, ты что такой наглый? Алло. Оба. Оба. Все, у нас купил. Теперь у нас 0,4 поинта и есть монетки. А зачем они нужны, я не знаю. 370 монет. Можно типа еще тортики повыставлять на аукцион, потому что их будут хорошо скупать. Для чего? Правильно, для квестов. Тут уже весь аукцион забит этим говном. 2000 выставляет торты, но я сделаю умнее, я продам за... А, люди, все. Кому... Тортики за 900... 3 hours later. Так, ну скупили у меня немножко ресурсов, там тортики, стекло, неважно, я там челику подогнал железку, потому что его обоссали, но неважно. Поэтому идем отправляться за кидстартерами в надежде выбить еще стекла, которое нужно, и тортики. Кидстарт, сколько там еще времени ждать? 44 минуты, до хера, мне еще играть. Ладно, неважно. О, кидстартер. Опять этот сультах. Че он зельку пьет? Не пей! Даун! О, моя зелька! Нет! Он нет! О, моя зелька! О! Знаете, какой я крутой теперь? Вы просто сейчас обосретесь. Если он скажет то, что я читер, то будет прикольно. За мной будет это наблюдать. Хелпер. А я читер вообще-то. Ладно, неважно. Это запор. Точнее, ну, типа, да, это таблетки от запора. А, нет, это для запора. Поняли, поняли? Слабость, типа... Слабительная против этого запора. Для пан... Идите в высоту. Ой, я не попал, черт. Сейчас, подождите. Мы ему сейчас слабительная гуталакс. Ебанем, пожалуйста, дай тычку. Тычка. А, тычка. Сори за эмоции, но это, блин, капец, как круто. Он не ливнул. Мне кажется, у него целый кидстарт. И знаете, как это будет хорошо? У него будут торты? Тортик или торты? Я не помню.
Ну, сука, ну, сука. Ой-ой-ой, хорошо. О-о-о, целый хит-старт. Да. О-о-о, да-да-да-да-да-да-да-да. Там бежит какой-то челик. Я надеюсь, что меня сейчас не отпиздит, потому что мне надо быстрее-быстрее-быстрее взять. Говно это обоссанное. Ой, бежит, смотрите, подсасывать. Тихо-тихо-тихо, давай мы сейчас затимимся. Я заберу стекло. Я забрал стекло. Эй. Эй-эй-эй-эй. Все-все-все, тихо-тихо-тихо. Там еще хоть тортика не было. Он чего, сожрал, что ли? Эй, так, что ли, полетел? Или я ошибаюсь? Мама, уешница, держи. Все, просрала свое состояние. Ай-яй-яй-яй-яй, как вот так не стыдно. Да, зачем я рычаги выдал? Блядь. Нет, мама!